Приветствуем, друзья, с вами Колян, вы на канале NetBet. Лига чемпионов, ответный матч Челси против Мадридского Реала. Сегодня, 18 числа, в 22:00 состоится эта игра. На Челси нам дают 2.91 на победу, на Реал дают 2.52 на победу. Реал здесь букмекер считает небольшим фаворитом, ну и я соглашусь с букмекерами. Да, Реал сейчас показывает игру намного лучше. В первом матче Реал обыграл Челси со счетом 2-0. Кстати, на этот матч у Челси есть потери. Да и вообще, если глянуть последний матч, как играет Челси, то их игра не вызывает вдохновления и уважения, так сказать. Брайтону 2-1 проиграли, Вулверхэмптону 1-0 проиграли, и с Ливерпулем 0-0, и Астон Вилле 2-0 проиграли. В общем, что-то с командой творится не то. В последнем матче чемпионата Реал обыграл Кадис со счетом 2-0. В общем, друзья, исходя из всего этого, в принципе, как Челси играет в последних матчах, и как играет Реал, а я повторюсь, Реал играет крайне хорошо в последних матчах, а Челси совсем наоборот, крайне неудачно играет. Две мыслишечки на этот матч. Первое. Реал не проиграет. И тотал в матче больше 1,5 за 1,88. Х2 и тотал больше 1,5 за 1,88. Это первое. А второе просто по тоталу. Тотал больше 2,5 в матче за коэффициент 1,91. Вот такие вот мысли. Вы свои мысли пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайк под видео. Пока.